Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. А теперь немного музыки. Бетти уже говорила? О, новенькие! Есть кем? Мне как раз там... Слушай, то есть тот дядя, который... И ты здесь... Ой, надо же, как здорово! Ну не будь, я сказала, что мы... На самом деле игра очень... Добрый день. Мой мальчик, Тимми, хороший малыш. У нас крепкий... Я Тимми. Что? Нет, нет! Только не мама с папой, нет! 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 Добрый день. Ну, привет! Эгегей, я знал... Возможно, не самый изобретательный подход, а за выигрыш тебе полагает. А твой отец здесь, на Tranquility Lane. Ему ничто не... Возможно... И кроме того, сеанс вопросов... Нанеси визит Роквеллам. Привет. Добрый день. Послушай, тебе тут... Почему люди никак не... Добрый день. Это та стерва Мар... Что ж, задание выполнено. И потом... Привет, милочка. Виртуальное что? Ты... Тебе здесь не... Это все не настоящее. На самом деле мы не здесь. На самом деле сон превратился в кошмар. Брон. Он... Помни, что я тебе сказал. Привет, Марта. Привет.
О, я просто смотрю новый каталог Робко. Какие... Привет, милочка. Привет. Нет! Ну и с катертью дорога. Ну, привет. Береги. Нет! Слава богу, не меня. Как бы это ни было забавно, тебе не... Чтобы все исправить, мы... Я могу вернуть обитателей Tranquility Lane к жизни. Сделай так, чтобы Мейбл постигла... Мейбл Хендерсон должна умереть. Но...
Добрый день. Добрый день. Дай-ка я только... Бытовые приборы бывают... Твои спа... Беги! Это крохотный убивец! Нет, пожалуйста! Ух! Ну и ладно, у меня есть дела и поважнее. Ну и ладно, у меня есть, наверное... Беги! Это крохотный убивец! Здесь... Это крохотный... Наверное, нервишки паша. Здесь... Нет-нет, оставьте меня в покое! Это не было его. Где? Нет, пожалуйста, уходите. Какая прелесть, какая вы. Да. Мне будет тебя не хватать. Теперь дверь открыта.
Слава богу. Я... И слава богу. Такого поворота событий я точно не ожидал. Ну, не скрою, в этом были приятные. А теперь, когда я вернулся, можно продолжить работу. Я был прав насчет Брона. Мне нужно вернуться в Ривет-Сити и поговорить. Да, с новым знанием я хотел бы быть рядом с тобой, чтобы когда мы наконец... Вот это... Давай поторопимся. Теперь... Чисто со временем... Это... Боюсь смотреть... Что сделано, то сделано. Но если у нас получится, если проект «Чистота» станет... Поэтому... Я понимаю, ты имеешь полное право, но твоя... Она умерла при родах. Поверь... Что тебе нужно? Мне очень жаль это слышать. Будь... Смотри, куда идешь. Привет. Некоторые люди вечно так. Что я могу для вас сделать? Торопятся. Я говорил тебе, Мэдисон, у нас получится. И теперь я могу это доказать. Джеймс, ты вернулся. И с хорошими новостями. Я был прав насчет Брона и Гека.
Если мы сможем найти такое, его можно приспособить под очиститель. Я хотела бы поверить тебе, Джеймс, правда? Все это просто так внезапно. Мэдисон, говорю тебе, это чистая правда. Я говорил с Броном лично. Он это подтвердил. Разве ты не видишь? Вот оно. То, чего мы ждали. Я не знаю, Джеймс. Прошло столько лет. Неужели проект стоит того? Как можно отбросить возможность изменить к лучшему жизнь всех людей на пустошах? Что может стоить большего? Ты не изменился, правда, Джеймс? Для меня это очень важно, Мэдисон. Я знаю, для тебя это не менее важно. Давай доведем дело до конца. Джеймс, я... У нас нет Гекка. Я могу собрать небольшую группу, но чтобы люди нам поверили, нам нужны доказательства. Я знаю. Я думал об этом. В лаборатории комплекса есть старые довоенные компьютеры, которые мы разыскали. Возможно, в них найдется что-то полезное. Судя по последним отчетам, в комплексе нет электричества. Даже если бы в одном из компьютеров была база данных, мы не смогли бы открыть ее. Поэтому мы прямо сейчас отправимся туда и начнем работы так быстро, как сможем. Знаешь, если бы кто угодно другой попросил меня об этом, я бы его выставила из Ривет-Сити. И ты знаешь, меня бы здесь не было, если бы я не думал, что на этот раз у нас получится. Время пришло, Мэдисон. Будь ты проклят, Джеймс. Когда все будет позади, поставишь мне выпивку. Я соберу свою группу. Спасибо, Мэдисон. Я рад снова работать с тобой. Тебе что-нибудь нужно? Нам надо вернуться в лабораторию проекта «Чистота». Если передумаешь, всегда можешь нагнать на... Рад тебя видеть. Привет, солнышко. Это не просто так заперто. Привет, солнышко. Тебе что-нибудь нужно?
Нам ничего не сделать, пока мы... Я очень не хочу просить. Тебе надо попасть внутрь. Тебе что-нибудь нужно? Что я могу для вас сделать? Привет, Сол. Ты в порядке? Ладно. Тебе что-нибудь нужно? Ты в порядке? Великолепно. Рад тебя видеть. Некоторые люди вечно так торопятся. Что? Эй, привет! Тебе что-нибудь нужно? Вот мы и здесь. Откровение 20. Разве ты не видишь? Не будем... Проект был заброшен вскоре после твоего рождения.
Тебе нужно добраться до насосной станции и включить нас. Как ни странно, нет. Не беспокойся. Когда пошла вода, автомат... О, прекрасно. Ты просто отлично. Молодец. С насосами теперь все в порядке. Беги обратно, и я дам тебе предохранитель. Знаешь, нам надо поговорить. Я слышал, Мегатона уничтожена. Ты случайно не имеешь с этим? Честно, мне трудно было тебе поверить. Я тебя не так Мы поговорим об этом. Да, теперь, когда предохранители установлены, ты сможешь подключиться к компьютеру. Не надо возвращаться в зал управления, просто иди прямо туда. Ты просто отлично. Ты на нужном этаже. Иди к западному краю. Интерком, чтобы я мог объяснить тебе, что дальше. Здесь, в зале, тебе... Иди на музейный этаж. Ты на этаже охраны.
Поднимайся на музейный этаж.